Ребята, всем привет! Видео вещается сегодня с ТРК. Не с ТРК. Как она? Торговая ярмарочный комплекс. Торговая ярмарочная. ТРК получается. Да. Нет, ТЯК. ТЯК. Короче, хрен с ним. Вот Москва, да. Москва в Москве. Это Серега подписчик. Привет. Это раздолбыш. Ман, там уже. Короче, давайте, хейтеры там. Обосрите все, машина, смотрите. Все, короче. Лужи там, все дела, короче, все, хана. Сейчас вы там напишите свои эти комментарии. Да я там нормально все это. Так-то до меня это все было. Я просто заехал, там масло уже было. Прицеп загруженный, машина загруженная, короче. Загрузились ошмотками китайскими. Потом и все это дело повезем в Петербург на Пикалево, я уже вам говорил. Так, у нас ребята стоят здесь вот. Татарстан. Этот, как он, Брянск. Тоже Брянск. В общем, короче, идем. Пошли мы этот бачок смотреть, да? Рукомойник. Хостовары. Сейчас посмотрим, что там есть вообще. Торговый комплекс. Видеоблог, конечно. Сейчас увидишь. Да мы еще уже досняли. Короче, что мы? Уже все, уже съемка закончилась. И надо было маленькую камеру брать, с ней без палева можно ходить. По бырику. Я, кстати, вот здесь окушал. Вот сейчас. Подкаска, вот тут стоял. Да, лагман, конечно, был здесь вкусный. Так что. А что-то быстро все закончилось сегодня, да? Серега с Ярославля поедет вместе со мной, наверное. А где мы ночевать будем? Бля, где-нибудь за хоббитом. За хоббитом. Вон она, Москва. Вот, видишь? Здесь смотри, какой есть, какая мне нравится. Вот когда на ту камеру, да, вот я говорю, вот там Москва, они же не видят, где там, да? Но... А здесь, а вот она, Москва, но... видишь? Охуенно, блядь. Вот, о чем и речь. А там, а то я все время говорю, вот то, все, я-то вижу ведь, а ребята-то не видят ничего. Поэтому... Главное бы, чтобы нас не выгнали на. Да не, не выгонят. Все, короче, ребята, тут все злые на камеру. Да. Короче, мы ничего не купили. Серега сказал, это дорого стоит. Нахер, короче. На трассе дешевле все продается. Изготовое все с кранчиками, а тут надо самому все вкручивать, прикручивать. Сделай сам. Да, поэтому. Это, ребят, короче, что, загрузились? Стоим в котельниках. Стоим с Серегой. Вот газелька его. А мы снимали ту газельку когда-то? Нет. Нет. Газель бизнес. Гузель. Гузель, да. Здесь. Да, не сидим было. Нормально так видно. Короче, тоже вот братишки стоят. Ждут что-то, не знаю, МКАДа, наверное. Как и мы. Сейчас подъехал. Чувак. А, они еще до кого поехали, блядь. Короче, сейчас привезут чемоданы, говорит, не загрузили какие-то чемоданы. Я, по-моему, 100 штук, что ли? Что? Не знаю. Да это самое, что печально, уже все зачехлили, вот. Вот эти все ремешки. Вот они. Ну, я их уже показывал. Плом. Показывал. Так еще просто видео не вышло. А-а-а. Ну, вернее, уже вышло. Пломбочку опломбировали, все дела сделали. Тоже челябинский, смотрите, стоит. Зёма, да? Хотя вот что он и не челябинский. Вот сейчас номера-то вот у меня вообще адыгейские. Там башкирские на машине. Поэтому. Че, Серег, давай, что у тебя есть там? Сейчас этот, покруче, чем у Кебухова, замутим тут сейчас, скажем. Чего тут, блядь? То да все там, не знаю, там про газелюк он. Да, что-то. Какой-нибудь ноу-хау. Ну, хули, блядь.
Че, газелюка нормальная, все дела. А ты верхом не грузишься? Нет. Как? Нет. Чистота. Блин, ну так. Только зад. Верхом-то интереснее грузиться. Да, помучиться, знаешь, там нет. Надо попрыгать, полазить, как обезьянка. Тент потом через год весь, короче, в жопу. Да, да. Нет, поэтому. Нормальный, хороший, не дырявый тент. Нет, тент вообще классный. Ну номера-то да. Уже прям нормально. Что еще интересного есть? Интересно. Как у Кебухова, у меня нет такой газели, блядь. А что наклейки Кебухова нету? Да они мне нужны, блядь. Уже там всем газелистам своим там. А этого ты не смотришь, этих? Кого ты из газелистов вообще смотришь? Кого я смотрю, блядь? Этого, блядь, или как? РБГ. Рабочие будни газелиста, да. Он же вообще мудачок, по сути. Ну да. Не в обиду ему сказано, если он это видео увидит, но просто не знаю. Ну так, вроде, какие-то свои, блядь, новости там рассказывают. По крайней мере, блядь, историю рассказывают. Да. Ну-ка, он его на Аркантузово где-то, да? Может. По-моему, он купил газель. Нет, он работал в деловых линиях, его там, по-моему. А, ну да. Он подзаебало там, решил свое что-то приобрести. Наверное. Ну так, из газелистов Сергей Митрофанов. Не, Серега нормальный пацан, я его видал. А, Алексей Пушкин, блядь, там, с Питера. Алёша? Алёша, да. Да, да. Я, кстати, хотел с ним встретиться на этом самом, когда был в Питере. Блин, он так ярко светит. Ну, зато нас видно. Хотя, не, меня видно, тебя не видно. Вот. Я хотел с ним встретиться, а он, получается, куда-то то ли уехал, то ли что, и мы с ним, ну, немножко там не попали. Или я рано уехал, что-то поздно ему написал. Ну, что-то такое было. А, ну, еще перевозчик РФ тоже нормально. Да? Да. Не, хотя я там его троллят, блядь, ну, вроде такой адекватный. Не смотрел. Посмотри на Валдай. Короче, надо записать видос про то, кого там мы смотрим там, туда-сюда, да, там. Короче, каждому. Кто адекватный, кто нет. Да, 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 свое. Вот, надо запилить видео. Мое мнение про. Как? Блогеров. Про автоблогеров, там? Наверное, да, да, вот да. Так вот даже, да. Прям вот конкретно. Ну, что интересно же по-любому ребятам там, да. Хотя все вот одно и то же, да, там. Ну, смотрим. Да, ну, да, на тушенку не смотрите там на канале Колян 86, да. Ну, тот, конечно, да, море. Че, поехали, Серег? Да, поехали. Огонь, пепел, тень — это часть света.
ветер, ночь как конец света. Счастье мое, где ты? Я проснулся. Привет. Проснулся. Серега уже уехал. Серега вон там справа стоял. Ночевали мы за, получается, Сергиев Посадом. Вот указатель. Там поворот сейчас вот налево как бы идет. Вот такая здесь стояночка. Слишком много кто здесь тоже ночевал. Ну, прям встали мы возле дороги, конечно. Но ничего, нормально. Нормально тут машинки подразъехались. Проснулся, выспался. Правда, нормально так я поспал от души до 8 утра. Надо теперь нагонять упущенное время. Ну, как упущенное? Надо за сегодня пройти 700 километров. В принципе-то это не так уж и много. Поэтому... качаем воздух и выезжаем.